Мальчишки и девчонки, тук-тук-тук-тук, а также их родители, на-на-на-на-на, веселые истории, здесь написано, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш, веселые истории в журнале Ералаш. Пам-пам-пам-пам-пам-пам, в журнале Ералаш. Всем привет, дорогие мои друзья. Ой. За окном лето, жара, а у нас на кухне мукбанг. Что мы сегодня с вами будем есть? Хлебушек, конечно. Мягкий хлеб рубной, такой покупаю в магните по 17 рублей. Дешево сердито, уже в нарезке, даже резать не надо. Представляете, такой хлебушек мне нравится, не знаю кому как. У нас сегодня, смотрите, что же у нас сегодня на тарелке? Картошечка, любимая отварная картошечка, картофанчик. Огурчики. Наши огурчики любимые, зеленые, свежие. Но перчик болгарский. Витамины. Витамины, чтобы мы не болели. Но сегодня у нас не четверг, но рыбный день, будем сказать. Скумбрия. Ой, в масле. Обалденного скумбрию масла. Немного густовато. Ну. Это консервы. Консерва. Поэтому, извините. Обалденно. А скумбрия в масле была, я ее масло вылил на картошку, полил сверху, видите? А получилось картошка в масле, в рыбном масле. Ну, она, в общем, съедобная. Хотя немного жестковато. Подается мне в кости. Это же рыба, что за рыба? Без кости. Она и должна быть с костями. Но тем осмелится, тем вкуснее рыба. Угу. О. Ой, я обожаю картошечку мою. Машу. Машу, картошечка. Вот просто шикардос. Шикардос. Вкусно. Ну, перчик уже. Перчик из магнита. А перчик, я знаю сколько. Что там, 100 с лишним килограмм. Но все равно вкусно. Надо есть витамины. Стороны. Картофанчик вообще. Чудо дело. Такая рыбка. Вот это. Опозрусь сегодня. Опозрусь. Поем, пойду на пляж. Загорать. Плавать там, загорать. Загорать нам. Самое вкусное, вот хлебушек макать в масло. В рыбное масло. Любили. Это
на этом, в рыбезышку. Пирсик можно есть руками. Обалденно. Вот это кайф. Просто кайф. Кайф. Ой. Вкусно. Сейчас пойдем. Маленько запьем. Для продвижения. Запили квасом, вкусным квасом, домашним. Консервы обожаю, обожаю. На скумбрию, горбуши, тунца, рыбные, в магните постоянно скидки, какие-то акции на какие-то консервы, если не на одни, там другие. А тут на лучший день. Ты испачкался. Ну ладно. Сейчас застираю. Давай. Да, все. На свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. Ну, просто летний. Смотрите, какая рыба. Мунина. Такой хлебочек. Так бы ел и ел, и всю жизнь выкладывал. А, это было. Это с огурчиком. С картошечкой, масло. Попробуй, вы здесь не поживите. Как это вкусно? Вкусно. Частый праздник какой-то. Праздник. Хоть праздник. Кстати, скоро мой день рождения, день пионерской организации имени Ленина. Кто не в курсе? О! Кто не в курсе? Будьте в курсе. Обжорство, обжорство. Сказочное обжорство. И это, и то. Вообще в рот. И в рот.
обалденно. Просто сегодня, как впрочем, каждый день, гастрономическое наслаждение. Хлебушком самое вкусное макаем и тоже в рот, все в рот. Вот так самое вкусное в конце, когда остается масло на тарелке и оно хлебом, все с хлебом вместе съедается. Все. Ой, ну поели. Теперь можно и попить. Всем приятного аппетита. До скорых встреч. Пока-пока.